любой прогноз. Павленко! 1-0 Спартак. Вот вчера забил примерно с этой же комбинацией из аута. Вот именно отсюда на ближнюю штангу мяч летит. И там кто-то забивает. Вчера это был... Не знаю, о том, что Игорь Дмитриевич Крыльев, наверное, хорошему стало известие. На это Владислав Жариков, который великолепно все, на мой взгляд, проводит. Великолепно будет чемпионат интерпретативный. Он... Значит, его тоже сейчас имеет 4 голевые передачи. Забил. А это Юрий Кроша Нинников. Краш обводящим ударом. Как будто штрафную пробил с стилем Бекхэма сейчас. И Краш дальнюю 9. И Макаревич просто застыл. 2-0. Дальше привет, и Краш. Это трибуны. Ему тут же с трибуны отвечают.